Я вновь, дорогие гости, хотел сказать, Господи. Дорогие друзья, уважаемые зрители, вновь приглашаю на сцену ведущую телерадиохолдинга «Прибой», нашу уважаемую Екатерину Любимову. Катенька, пожалуйста. А это нас ждет второй розыгрыш. Так, у нас целых два красивых подарка. Ну и, безусловно, без виновницы сегодняшнего вечера мы не сможем провести этот розыгрыш. Поэтому... Дважды народная, трижды лауреатная, фестивально всемирно известная Кристина! С ума сойти! Кристиночка, выход королевы! Можешь просто походить по этой сцене красиво под аплодисменты, правда? Петь уже не нужно. У меня полное ощущение, что петь уже не нужно. В нашей волшебной коробочке содержатся номерки. Номерки тех, кто пришел сегодня в этот зал на твой прекрасный концерт. Поэтому давай твоей барокатной рукой достанем два номера, чтобы подарить нашим зрителям два подарка от нашего прекрасного спонсора. Это золотое руно Миршуб, город Хасавюрт. Это лучший магазин кожи и меха в Хасавюрте. Всего 2 часа, и вы в лучшем месте. Можно. Да что там в Хасавюрте, в Дагестане? Можно? Барабанные палочки. Бамс! Номер 423. Будьте любезны, на сцену. Есть! У нас есть победитель! Ждем на сцене. Мне нравятся эти хлопки зависти. Потому что не они выиграли. Но не все искренне хлопают. Некоторые... Идите к нам, мой некоторые... добрый друг. Смотрите, сходится, да, сходится. А я вам говорила, что у Кристины рука барокатная. Все, к чему оно прикасается, знаете, потом приносит успех и радость. Хотелось хотя бы тезисно познакомиться, что там внутри, да? А, да, кстати, что там? Давайте, открывайте. Можно даже не тезисно примерить, а по-настоящему. Меха для женщины, это, знаете... Примерять очень жарко. Ой, как хлопает громко зал! Вот такая замечательная меховая штучка для вас! Вы знаете, в принципе, можно надеть и походить по набережной, чтобы все знали, что вы сегодня в фаворе. Я думаю, что замерзнет. Давайте поаплодируем. Следующий номер! Катя, сделай, пожалуйста, барабанные палочки. А голос Алисы сделать? Навигатора. Через 200 метров крутой поворот налево. Если вы достанете нужный номерок, вы снова повернете налево. Номер 638. 638. Есть? Если есть, просто кричите, что вы есть. Если нет, то шуба уйдет к царю. Кому-то другой царю. 638, еще раз. Отсутствует по правилам аукциона, в розыгрыше участвует только тот. Есть, да? Есть? Ага. Как вот, вот смотри, скромность и жажда предприимчивости. Идите к нам, мой добрый друг. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Джамиля. Джамиля, скажите, вы не знакомы с нами? Нет? Не, ну это понятно, что знакомы. Те 5000 рублей, которые я вам дал перед началом концерта, же не являются залогом дружбы. Нет, это, конечно, шутка. Но скажите, это же честно? Это... Ну, конечно, честно. И вот эта шуба, это тоже честно. Это для вас. Получайте. Но это не шуба, это такая, скорее, полушубок. Но тоже очень элегантная модель. Опа, ну. Очень идет. Джамиля, скажите, вы замужем? Жаль. Всего доброго вам, мой добрый друг. Алексей, муж вашим сейчас... Вашим близким привет огромный. Муж сейчас искренне порадовался, потому что ему теперь не надо тратиться. Ну все да, благодаря. Естественно.
Все благодаря нашему спонсору «Золотое руно» Миршуб. Мир кожи и меха в Хасавюрте. Лучший магазин в Дагестане. Спасибо. Спасибо.